Сейчас юным дебютанткам кажется мало и 2 месяцев, которые ушли на подготовку. До начала бала 5 минут, а Елена Ренчинова успевает оттачивать ключевые па классических танцев. Она открывает танцевальный вечер, поэтому все должно быть идеально. Даже платье для своего первого бала школьница начала искать за месяц до события. Я выбирала, чтобы оно было пышное, красивое, не как у всех. Я хотела быть, отличаться от всех. Хотела, чтобы оно было у меня одно. Но с первыми звуками полонеза Агинского ученицы Мариинской школы-интерната и кадетского корпуса выстраиваются парами, и волнение тут же уходит. Ведь перед своим дебютом они учились не только основам танца. В основном это формирование мировоззрения праведного человека, построение правильного взаимоотношения между мальчиком и девочкой. Здесь основы этикета преподаются. Здесь преподается первое знакомство с танцем у детей. И, конечно, дети преображаются. Впоследствии этот бал сделают традиционным. Его планируют проводить до 4 раз в год. А пока школьники танцуют полонез, кадриль и, конечно, вальс. Все в лучших российских бальных традициях 19 века. Ольга Войлошникова, Илья Зиновьев. Новости дня.